пришел в звездные четверные полтора к Олегу Саленко, забившему 3 мяча. Он провел третий гол в первом тайме, после которого трудно было предположить, что кубок достанется железнодорожникам. Да и характер игры не позволял сомневаться в победе «Динамо». Во втором тайме Саленко забил 4-й гол. Вот этот момент. А затем великолепным ударом в 9-й, 5-й. Ну а шестой вполне можно отнести к разряду курьезных новых очень красивых и вновь Саленко.